Андрей Валерьевич, боевая ничья, ваш комментарий по сегодняшней игре. Осторожный первый тайм с нашей стороны. Вот, наверное, было преимущество в первом тайме больше на стороне Славии. В прерыве внесли изменения, кое-какие стали более агрессивно прессинговать. И считаю, что второй тайм уже мы провели с преимуществом. А так, в принципе, ничья закономерна. Команда во втором тайме имела преимущество. Чего не хватило, чтобы забить гол? Нам уже три игры чего-то не хватает, чтобы забить гол. Попасть в ворота и не попасть во вратаря. В принципе, и все. У нас три игры есть моменты, но не залетает, к сожалению. Были ли опасения, что этот матч может сложиться, как и в прошлом матче с Истычью, когда команда владела все-таки преимуществом и в концовке... Ну, конечно. Я же говорю, с большего игра равная. То есть и были переходы опасные у Славии во втором тайме. Ну, держала в напряжении игра. Меня точно. Мне было тяжело на это наблюдать со стороны. Насколько тяжело было наблюдать? Очень тяжело. Это ужас просто. Спасибо. Ну и еще, во-первых, порадовало качество поля. Если честно, мы ожидали чего-то другого. Хотелось бы выразить благодарность работникам стадиона, которые подготовили его для этого времени, для такой погоды. И, конечно, нашим болельщикам, которые приехали, поддержали команду. Огромное им спасибо.